Добрый вечер, уважаемые партнеры. С вами сегодня Владимир Печеный. И сегодня будет встреча на тему новый маркетинг компании Genesis Global Network. И также сама сегодня с нами Феликс. Он подключится немножко позже, после моего выступления. И тоже тема будет связана с вопросами по новому маркетингу, потому что действительно очень много вопросов, есть информация, но далеко не все понятно. Итак, еще раз добрый вечер, давайте проверим связь, поставьте плюсики, отлично, связь, я смотрю, хорошая. Ну и не забываем, да, про наши правила, мы сейчас уже, допустим, не всегда ставим баннер, то есть слайд, в котором показано, да, как правильно заходить в комнату. Это большая-большая просьба, так что, пожалуйста, выполняйте это правило. Если приглашаете партнеров, обязательно им об этом говорите. Чтобы в случае чего вас там не заблокировали, и вы потом не смогли присутствовать на встречах. Итак, я предлагаю сегодня еще раз пройтись по слайдам. Ну, так, быстро, да? То есть, не особо так зацикливаться, может быть, на каких-то моментах мы остановимся. И потом я вам предложу приблизительный одну из частей маркетинга, небольшой такой расчет, где мы с вами посмотрим, что нас ждет. Ну, это будет такое, знаете, немножко, да, немножко, то есть одна часть, потому что действительно вопросов много, и надо будет это все дорабатывать. Итак, Genesis. Маркетинг называется Genesis новое поколение. Ну, давайте посмотрим. Ну, уже говорили, да, что компания находится в прелаунче. Я думаю, что нужно еще раз напомнить. И все вот эти изменения, вы уже знаете, да, что несколько раз были изменения. И все это благодаря тому, что, в принципе, компания все-таки в таком состоянии, как прелаунч, и она имеет право, в принципе, искать более подходящие моменты там, в бизнес, то есть как-то там дорабатывать, может быть, менять платформу. Об этом уже много раз говорилось. Так что мы должны быть с вами готовы, а мы, я думаю, всегда готовы, да, каким-то там поворотам, разворотам. В принципе, ну, главное, чтобы они были адекватны в нашем понимании и в понимании бизнеса. Поэтому компания ищет возможности и в очередной раз предложила нам немножко другую модель, с которой мы сейчас будем разбираться. И я думаю, что, конечно же, там будут какие-то корректировки еще. Ну, как я говорил, что новый маркетинг-план называется Genesis новое поколение. И нам были предложены уже не 4 статуса, а 3 статуса ежемесячных. Значит, первый статус жемчуг, значит, статус стоит $25. PV включены, то есть квалификация включена. И, значит, на этот статус нам доступны некоторые продукты компании. Сервисы и продукты. Здесь будет, конечно, вопрос. Вы видите на слайде, что отдельно есть для партнеров США, да, а отдельно для международных партнеров. Вот этот список, который я сейчас буду зачитывать, вы, конечно, ну, не воспринимаете совсем буквально, потому что, возможно, что-то еще поменяется. Потому что действительно некоторые, да, я сказал бы, наверное, практически все товары и услуги для международных партнеров, то есть для нас, к сожалению, ну, немножко не те. Может быть, компания что-то заменит. Итак, для США это путешествие, то есть сервис Travel, да, путешествие, серебряная подписка, 5 онлайн-продуктов и включает в себя ежемесячное обслуживание бэк-офиса. Для международных партнеров то же самое. Это все жемчуг, статус жемчуг $25 в месяц. Следующий статус у нас рубин, стоит он $50 будет. И здесь по продуктам и товарам немножко больше. Значит, давайте посмотрим. Для партнеров США это доставка, сервис доставка продуктов, путешествие, серебряная подписка, да, 5 онлайн-продуктов и то же самое ежемесячная плата за обслуживание бэк-офиса. А для международных партнеров здесь предлагается уже программа для VIP-полифонии, для звонков через интернет. То есть ставится специальное приложение. И, в принципе, можно звонить по всему миру бесплатно, ну, конечно же, если есть подключение к интернету. Кто сталкивался с такими программами, я думаю, что знает, что это такое.
Также само входит путешествие, то есть тоже серебряная подписка, 5 онлайн-продуктов и та же самая плата за ежемесячное обслуживание бэк-офиса. Все это стоит $50. То есть, вернее, не стоит, а входит, да, будем так говорить, на $50. То есть мы не просто с вами там пришли, заплатили деньги, да, как делается это там в каких-то обычных матрицах, там еще где-то. Здесь на эти деньги мы получаем что-то. Ну, вопрос, конечно, что мы получаем, может быть, оно нам не совсем нужно, да, или мы не можем это применить. Это, конечно же, вопрос другой. Я думаю, компания все-таки пойдет к нам навстречу и что-то нам даст более такое, ну, чем мы можем воспользоваться реально. И третий статус – это изумруд. Стоить он будет $100. PV тоже включены. Здесь, конечно, по услугам и товарам, особенно для Соединенных Штатов Америки, довольно-таки очень комплексно подошли. Давайте разберем. Значит, доставка продуктов, путешествие, Gold подписка, семейный доктор, зубной окулист, то есть услуги доктора, да, можно позвонить, проконсультироваться. Кстати, очень хорошее такое вот направление, очень нужно. Factory Direct, это покупка мебели со скидкой, семейный адвокат, помощь при краже личности, придорожный сервис, 5 онлайн-продуктов и плата за ежемесячное обслуживание бэк-офиса. То есть довольно-таки такой функциональный, да, вот подход был здесь сделан к этому пакету. А для международных партнеров, значит, путешествие, подписка Gold, VIP полифония, 5 пакетов бидов, то есть для игры на, вернее, извиняюсь, пакет бидов для игры на аукционе, 5 онлайн-продуктов и та же самая оплата ежемесячная за обслуживание бэк-офиса. То есть довольно-таки, да, то есть жидковатый такой вот, жидковатая подборка для международных партнеров, к сожалению. Ну, ничего страшного. Дальше время, конечно, покажет. Уже были заданы вопросы насчет того, что что-то заменить, что-то дать нужное, то, что мы сможем действительно использовать, что нам даст дополнительный заработок, или, в принципе, реально мы сможем что-то, да, таким воспользоваться. Поэтому это еще, наверное, думаю, не окончательное решение по продуктам и сервисам. Ну, немножко про дипломатов, если есть у нас дипломатов. Дипломатов, к сожалению, в нашей команде, ну, их практически нет. Значит, буквально два слова о них. Значит, для них дипломат как бы остается, то есть статус они ежемесячный не проплачивают, да, то есть они уже квалифицированы на всю деятельность компании. Единственное, что продукты и услуги, которые входят на статус Emerald, дипломаты не получают. То есть они статус не оплачивают, квалифицированы, но продукты они эти не имеют. То есть если они захотят, эти дипломаты, воспользоваться каким-то там товаром или услугой, им придется отдельно это покупать. Так что вот такая вот небольшая особенность у дипломатов. Так, ну вот, давайте подойдем ближе к деньгам, да, то есть к заработку и посмотрим, значит, возможность номер один, которую нам предоставляет компания. Мы все с вами прекрасно знаем, что когда мы приглашаем с вами лично приглашенных, да, то есть личных партнеров, значит, нам по предыдущему маркетингу начисляли 20%, да, то есть мы, допустим, пригласили на сколько там, на $12, 20% это 2,40, да, мы получали. Все помнят, я надеюсь, в принципе, простая математика. Значит, здесь все немножко поменялось. Значит, теперь жемчуг у нас стоит $25 будет. И по информации, которая уже имеется даже более новая, значит, первый и второй месяц, ну, если, конечно, что-то не поменяется. То есть, вот этот месяц, да, что, допустим, новые будут оплачиваться партнеры, когда это начнет, этот маркетинг работать, значит, мы, спонсоры, получаем 50%. То есть партнер оплатил 25, мы 12,50 получили. И следующий месяц, вот я еще покажу вам, где эта информация была, и второй месяц вроде бы сделали тоже 50%. То есть 2 месяца мы получаем по 50%, а уже начиная с третьего там и все остальные по 10%. То есть тогда мы будем получать 25. Партнер пришел, заплатил или продлил, да, допустим, статус. А мы получили 10%, это 2,50. А так 2 раза по 12,50. То есть я думаю, что в принципе легко посчитать будет.
ничего такого сложного нет. То есть, ну и автоматически рубин $50, значит, это 50%, это $25 будет. Изумруд 100, значит, 50% это $50. Единственное, здесь есть небольшое еще уточнение, значит, что получается так. Вот, допустим, партнер пришел на жемчуг. Он оплатил $25, вы получили 50%. Он второй месяц оплатил $25, вы еще получили 12,50. Он третий месяц оплатил, допустим, тоже $25, вы получили 10% уже, да, 2,50. А на четвертый месяц он, к примеру, стал рубином. И если он стал рубином, значит, вы опять получаете 50%. Вот так вот. А потом последующие месяцы уже по 10%. То есть вот такая вот, ну, с одной стороны, интересно, да, то есть потому что сразу с первого раза, когда вы приглашаете, то есть вы получаете довольно-таки больше. Это надо, конечно, учитывать, это факт. Это больше денег, чем, допустим, было по 20%, по 2,40 было, да, получается. Ну, даже если 25, 20% это $5, а так 12,50. Так что, я думаю, что главное с этим вопросом разобраться, что такое бонус быстрого старта. Надеюсь, понятно. Так, давайте посмотрим дальше. Дальше у нас идет разговор уже о клиентах. Вопрос, кто такие вообще клиенты? Значит, все очень просто. Это партнеры, которые зарегистрировались бесплатно. Вот у нас был статус Топаз, да, в компании такой, все прекрасно знают. То есть партнеры, которые просто зарегистрировались, они там думают, смотрят, там рассуждают, да, там может идти, не оплатить, нет, то есть строят какие-то планы, но они не активны, то есть они ничего не зарабатывают. Так вот, эти все партнеры, которые, получается, в компании зарегистрируются, но не оплатят, они будут клиентами. Но опять же, клиент, по сути дела, это покупатель. Он должен что-то просто купить. То есть какие-то, то есть не входя в компанию, не становясь партнером, да, он может покупать какие-то услуги, товары, может в магазине, который должен запуститься, что-то приобрести. Может быть, на аукционе сыграть, да, купить биды у компании и сыграть на аукционе. То есть вот это у нас будут клиенты такие. Так, ну давайте посмотрим, что нам здесь предлагают по привлечению клиентов. Значит, все продукты и услуги будут иметь комиссионный объем. Называется он CV на основе прибыли компании. Ну и здесь там небольшой нам пример приводят. Если продукт продался за $100, из них это $50, да, то есть прибыль, то 20% от прибыли идет продавцу. То есть давайте немножко на примере я вам так более понятно расскажу. Значит, ну, допустим, мы знаем, что у нас есть, вернее, не у нас, а у компании есть такие-то сервисы, такие-то продукты, такие-то услуги, тот же самый аукцион, еще что-то. И мы вот это рекламировать будем, да, то есть отдельно, может быть, сделаем там, ну, по тем продуктам и услугам, что, ну, более такие хорошо продвигать можно, делаем какую-то отдельную рекламку, может, и будем чисто продавать по интернету, да, там, Facebook, там, социальные сети, там, ну, везде будем. Так вот, кто-то заинтересуется, да, скажет, позвонит вам, скажет, ну вот, да, мне заинтересовала там такой-то вот услуга, вот это, я хочу там ее приобрести, как мне это сделать? Значит, мы говорим, что вот вам рев-ссылка, вы регистрируетесь и уже заводите деньги в бэк-офис и покупаете. Он, хорошо, значит, он берет, приобретает какую-то там товар-услугу, допустим, за $10. Ну, я не знаю, может, это будет пакет бидов, еще чего-то, да, может, повязка там, ну, может, это приблизительно говорю, $10. Значит, из этих $10, $5 это будет, ну, прибыль считаться. И это из этих $5, 20%, а это получается $1, идет вам. И вот, значит, получается так, что вот сколько мы продаем на $100, значит, $10 получили. Да, больше продаем, то есть больше покупателей, больше продаж, больше денег. Это дополнительный какой-то такой заработок именно на клиентах. То есть можно приглашать клиентов будет. С одной стороны, очень замечательно, потому что, допустим, иногда, если товар хорошая услуга, реально можно, да, его просто продавать. Так, тем более в интернете сейчас то и делают, что все продают. Даже воздух продают. Ну, не в прямом смысле, да, в переносном, имеется в виду воздух, это значит ничего серьезного. То есть такое, как бы что-то продали, а там ничего нет. Вот, поэтому это одна из тоже направление, в принципе, нормально. Главное, чтобы побольше товаров и услугов там было разных таких интересных. То есть тут, я думаю, понятно, что формула такая. Есть сумма, на которую клиент что-то купил, ее поделили пополам, это прибыль.
И с этой прибыли 10% мы с вами получаем. То есть мы те, кто приглашает клиентов. Но клиент, запомните, клиент это не партнер. Не партнер. Он есть, он будет в компании, как бы, но он никак не участвует там в заработке или еще что-то. Так, ну давайте следующее у нас направление, это матричные комиссионные. Ну, я уже говорил, да, что по матрице, в принципе, у нас глуховато вообще, то есть далеко не все понимают, что это такое, с чем его едят, что это за матрица вообще такая. И, в принципе, единственное, что вот 15 числа часть партнеров, в принципе, наверное, поняли, что такое матрица, когда получили дополнительные деньги. Так что давайте немножко поподробнее разберем этот момент. Значит, что такое матрица? Значит, все партнеры, которые будут регистрироваться, платные, не забывайте, платные, не клиенты, они будут занимать определенное место в матрице, то есть определенную ячейку матрицы 2 на 20. Чтобы вы представляли себе, что это такое, вот вы видите на слайде, ну, пирамидка такая, да, с шариков таких вот сделан. Так вот, смотрите, вот вы красненький шарик, это вы, да, во главе стоите, вот вы зарегистрировались, оплатились. И все внизу по 20-ю линию это ваша матрица. Так вот, первые люди, которые придут, они могут прийти как переливом сверху. Ну, если это активно, да, сверху работа идет, то есть будут переливы однозначно. Правда, на них сильно не надейтесь, потому что, ну, все будет зависеть от того, как вы куда попадете, в какое время зарегистрируетесь. Но все равно, то есть они могут быть, это имеет место быть, перелив. То есть придет перелив, значит, этот человек займет уже под вами, вашей матрице, определенную ячейку. Потом вы пригласите человека, да, он тоже займет. Ваш человек будет приглашать, те люди тоже будут вашу матрицу занимать, попадать, да, и так дальше, то есть все это будет построить вашу матрицу. Так вот, первая линия после вас это два человека, все последующие линии по 20 умножаются на два человека. То есть вторая линия 4, третья 8, четвертое 16 и так далее. Я думаю, это понятно. Единственное, что она может неравномерно заполняться, я вам объясню почему. Вот когда вы стоите и первая линия два человека, да, то есть левый, с левой стороны один и с правой один, да, вот человек стал. Так вот, с левой стороны может стал человек, он будет очень активный, тем более это будет спонсорская нога, да, то есть левая, вы должны знать, что левая это всегда спонсорская. Почему? Да потому что когда вы приглашаете, все партнеры заполняют матрицу сверху вниз, слева направо. Вот так вот идет заполнение. Так что поэтому все может быть. А может быть и наоборот, я вам могу сказать. Поэтому нет гарантии того, что все равномерно будет заполняться. Ну, это просто как это все выглядит, как это все располагается. Давайте посмотрим теперь по заработку, да, что мы с этой матрицей будем зарабатывать. Так, значит, во-первых, надо выполнить матричную квалификацию. Что это такое? И вообще я бы хотел бы так сказать, что нам надо всем ориентироваться. Извиняюсь. Нам нужно будет ориентироваться на то, что мы должны научиться приглашать людей. Так вот, чтобы выполнить матричную квалификацию, то есть быть квалифицированным на всю матрицу уже, то есть сразу 2 на 20, вам нужно будет пригласить двух платных партнеров. Раньше у нас было так, значит, вы приглашаете двух человек, у вас открывается 5 линий. Вы приглашаете 3 человека, то есть, да, ну, то есть 2 пригласили, еще одного, то есть у вас 3 платных личника, у вас открывается по 10-ю линию, да, еще одного пригласили, то есть 4 личника, у вас открывается по 15-ю, и 5 личников у вас открывается по 20-ю. Здесь этого уже не будет. 2 человека, все, вы квалифицированы на всю матрицу. Выгодно? Выгодно. Упрощено. Но опять же, вы должны понимать, что придется поработать, однозначно. Давайте посмотрим по начислениям. Итак, что мы теперь будем зарабатывать? Немножко тут, конечно, все по-другому теперь. И опять же, конечно же, в лучшую сторону. Давайте посмотрим, что же это за лучшая сторона. Так, и так, все партнеры на любом статусе, на жемчуг, там, на рубин, на изумруд, могут зарабатывать от любого пакета следующим образом. То есть тут уравнили всех. На каком бы статусе вы ни были, ну, имеется в виду на платном, да, конечно.
не имеет значения, хоть вы жемчуг, хоть вы изумруд, вы будете со всех получать одинаково. И давайте посмотрим, значит, со всех жемчугов, которые у вас будут, а тем более у нас есть такой раздел в компании, называется он табулар, если правильно выражаюсь. Многие, наверное, его видели. Так вот, там можно просто зайти и посмотреть, на каком статусе, сколько у вас человек в матрице. То есть вообще прекрасно, да, вы заходите и видите, ага, так, у меня жемчугов столько-то, там рубинов столько-то уже, изумрудов столько-то. Вот вы взяли, это, ну, калькулятор открыли, да, перемножили одно число на другое, все, получили предполагаемый свой заработок. Очень, очень хорошая функция, то есть показывает, то есть легко посчитать. Поэтому с каждого жемчуга мы будем получать по 25 центов, с рубина по доллару и с изумруда по 2 доллара. Ну, немножко математики, то есть, к примеру, у вас, ну, будем так выражаться, 100 человек, да, жемчугов в вашей матрице. То есть, как мы говорили, это могут быть любые люди, да, и сверху, и ваши, и те, кто там из ваших партнеров приглашают. Это будет получаться в месяц дополнительно по 25 центов, 100 человек, это 25 долларов получается. Если там, к примеру, будет 1000 человек, да, то 250 долларов. Будет 10 тысяч человек, это 2500. Если там есть рубины, то же самое, там 100 человек рубинов, вот вам 100 долларов дополнительно. Будет 1000 рубинов, 1000. И так же самое с изумрудами. То есть, если там будет 100 человек изумрудов, это 200 долларов, ну и так дальше. То есть, простая математика, каждый сможет умножить, перемножить, создать себе какую-то там небольшую, там, взять листик, ручку и посчитать. Так, и что тут у нас еще? Дополнение. Спонсор зарабатывает 10% бонуса от продаж пакета, начиная со второго месяца. Вот это уточнение, ну, немножко его переначали, да, то есть, я не знаю, может быть, это как бы бонус такой небольшой от компании, что не со второго, а с третьего месяца. Ну, посмотрим, да, то есть, как это будет, то есть, ну, это нормально. Надеюсь, тут понятно, то есть, вопросов не должно быть. То есть, потому что я к чему так, может быть, подробно объясняю. Просто есть в чатах такое выражение, но мы не видим, на что приглашать. Я немножко позже объясню с точки зрения, на что приглашать. А сейчас я просто немножко до конца дойду. Так, и значит тут есть пояснение. Существующие партнеры, то есть это, ну, мы с вами, допустим, да, которые уже работали вот с компанией, работаем. Значит, уже пригласили два платных партнера, освобождены от требования пригласить двух новых партнеров. То есть, что, о чем это говорит? Значит, если вы уже пригласили, у вас есть два лично приглашенных платника, все. То есть, вам этого делать не надо. Для тех, у кого еще нет, надо сделать. Это надо сделать разово. Потому что есть вопросы. А что, каждый месяц надо приглашать по два? Да, то есть, первый месяц два, второй месяц два, это уже четыре, там, третий месяц два, это уже шесть. Нет. Это вообще, то есть, надо пригласить двух человек, и все, и вы потом квалифицированы. Вот так это звучит. Так что, поэтому, чтобы этот вопрос тоже остался, не остался без внимания, чтобы вы поняли. Это как с этими, как с ссылками, да, вот эти вот. А сколько ссылок мы должны, что, каждый день по две добавлять, или там раз в неделю, или нет, разово тоже. Поэтому это условие разово. Так, партнеры Топазы будут показаны как клиенты и больше не будут помещаться в матрицу до тех пор, пока не перейдут на платный статус. То есть, что это нам дает? Если мы будем отдельно продавать товар, ну, я думаю, мы будем однозначно, значит, ну, мы нацелены дальше на заработок, все возможности будем использовать. Так вот, когда мы привлекем клиента, значит, у нас будет вероятность, что он еще и партнером станет в будущем, да? То есть, он будет покупать там что-то, купит, а он спросит, а что у вас там по партнерке, как, нормально? Скажите, да, работаем, о, и я хочу попробовать. Ну, то есть, это так, логически, да, должно работать. Так что, в принципе, это тоже. Да, Наталья, я с вами согласен, да, что пояснение еще такое, что вот вы не просто пригласили два человека, они платные, а через месяц они уже не платные, да, то есть не имеет значения. Главное, чтобы, да, чтобы у вас постоянно было два человека платных. Ну, не четыре, не три, там, не каждый месяц по два дополняя, нет. Вот у вас есть два, поддерживайте, чтобы два было активных, проплаченных, и все, вы квалифицированы, ну, будем так уж выражаться, что вы на все квалифицированы, и на матрицу, и на дальнейший заработок PU, да, вот, на тот
будем так говорить, пассива, который, ну, который мы зарабатывали, а сейчас нам немножко его убрали. Ну, сейчас мы о нем поговорим. Да, Павел, это логично, совершенно верно. Так, ну давайте пойдем дальше, посмотрим. Ну вот, мы подошли еще к одной части, очень интересно, и надо ее разобрать так окончательно. Значит, это лидерский премиальный фонд. Это дополнительная возможность заработка, значит, в котором могут участвовать партнеры путем накопления бонусных очков Genesis от продаж различных продуктов, пакетов, то есть продукты, да, вы понимаете, что это услуги, там товары, потом пакеты. Что у нас пакеты? Пакеты — это наши ежемесячные статусы и от выполнения повседневных заданий. Вот видите, задания у нас все-таки есть, да? Так что это все лидерский премиальный фонд. Теперь он так называется. Значит, до 50% от прибыли, которую получает компания от продаж клиентами и партнерами, будет поступать в этот фонд. То есть все будет собираться, то есть это будет создаваться, ну, будем выражаться так, это пул будет, общий пул, в котором будет это все, то есть все, что мы с вами вот продали там, да, все, что попродавали, все товары, услуги, все, это будет создаваться такой определенный пул до 50% от прибыли. Так, и также в этот фонд будут поступать средства, полученные от продажи пакетов. С жемчуга это 1 доллар туда будет уходить, с рубина 2 доллара, с изумруда 3. Ну, это просто пояснение, да, с чего будет этот пул собираться. Так, но, опять же, квалификация для премиального фонда. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы мы были квалифицированы на него. Первое, это поставить две ссылки на средний и малый бизнес. Ну, это мы уже научились делать. Это разово, опять же, хочу... И разово, опять же, хочу намекнуть, не намекнуть, а напомнить, что... Чтобы эти ссылки приняли. То есть, если вы просто добавили, сказали, все, я добавил, а их проверили, сказали, что, извините, они не подходят, то это значит, к сожалению, надо заменить их. То есть, вам обязательно надо добавить такие ссылки, которые бы подтвердили. Вот так вот. И второе, это пригласить, внимание, пригласить два платных клиента или двух активных партнеров. И даже, кстати, здесь есть пояснение, вы сами можете быть одним из них, да? Или обоими клиентами можете быть. То есть у нас тут есть на выбор, то есть тут очень важно понять, но я вам скажу так, что ориентироваться все равно, если вы собираетесь использовать, ну, все возможности в компании, а не какую-то отдельно, да, там часть какую-то взяли для себя, то лучше ориентироваться на два приглашенных. 25 долларов – это не 100 долларов, не 250, не 1000 долларов. Это 25 долларов. Ориентироваться лучше на двух лично приглашенных. Тогда вы будете квалифицированы на все здесь. На все. Но можно немножко пойти другим путем. Да? То есть можно пригласить два, чтобы вот на лидерский премиальный фонд, это имеется на лидерский премиальный фонд, можно пригласить двух клиентов просто. Чтобы, ну, клиенты – это те, кто что-то купит. Ну, этот мы еще будем момент разбирать, так что вы не переживайте, мы будем постоянно об этом говорить. И как только будет дополняться информация или будет что-то такое более подробное, конечно же, мы будем об этом говорить и показывать. Давайте посмотрим, что, как у нас генерируется заработок вот от продаж клиентам. Да? То есть продажи клиентам. Значит, каждый доллар от продажи — это одиночку. Одно очко — это point у нас, да, будет новая валюта, point называется. То есть не монеты, а поинты теперь. Значит, которые продал клиенту, каждый доллар, ну, то есть один к одному получается. Итак, первый клиент 100% матчик бонус в очках, то есть в поинтах. Например, мы с вами продали сервис доставки продуктов. Ну, какой-то сервис мы продали... Кому-то продали, да, будем так выражаться, за 20 долларов. Ну, допустим, он стоит 20 долларов. Значит, мы зарабатываем 20 очков, 20 поинтов. Когда мы приглашаем второго клиента и то же самое, продаем тот же самый продукт, но получаем 200%, не 20 поинтов, а 40 поинтов. Если приглашаем третьего клиента и продаем тот же самый продукт, уже получаем в 3 раза больше этих поинтов. Ну, а уже после третьего клиента, четвертый, пятый, все в 3 раза больше. Понимаете, да? То есть, ориентир идет на
продажу товара, услуг. Поэтому здесь сделали так, вот видно, что чем больше вы работаете, то есть продаете товар, да, что далеко не все любят делать. Но если вы научитесь это делать, я думаю, что все, кто захотят научиться, будут еще больше получать. Чем больше клиентов пригласят, тем больше будут получать. То есть это даже хорошо. То есть не так, что вот сколько продал, столько и получил. Нет. Пригласил больше клиентов, продал больше, значит еще больше в несколько раз получишь. Вот это, конечно, интересно, тоже интересный момент. Так, у нас еще есть одно направление, называется «Два активных партнера». Ну, давайте посмотрим, что это такое. Значит, каждый доллар от продаж – это, как мы знаем, один поинт партнеру, который спонсировал платного партнера. Так, интересно, давайте разберем побольше. Значит, если я, да, вот будем выражаться, спонсор какому-то партнеру, и партнер что сделал? Спонсировал другого платного партнера, значит, спонсор получает один к одному поинты. То есть, значит, получается, что мы отлично приглашенных, да, это получается, который спонсировал платного партнера. Значит, не только получаем 50%, а потом по 10%, мы еще и получаем поинтами за это. Тоже интересно. Значит, если мы спонсировали на жемчуг кого-то, 25 поинтов. На рубин 50 поинтов. На изумруд 100 поинтов. Это к нам. Так, и дальше идем. Жемчуг квалифицируется на один уровень. Рубин квалифицируется на 2 уровня. Изумруд квалифицируется на 3 уровня. Вот здесь уже интересно. Я вам сейчас объясню. Значит, это помимо всего еще дополнительный заработок в поинтах. Получается. То есть, как бы вот мы монеты с вами, да, зарабатывали, а это ж поинты теперь у нас будут. Так вот, кого-то мы пригласили с вами. Ну, допустим, там, первого личника пригласили, да. А, вернее, тут видите, два активных партнера. То есть, два личника мы пригласили. Каждый оплатил по 25 долларов, значит, мы получили по 25 поинтов еще сразу. То есть, итого получается еще 50 поинтов, да, это у нас идет. То есть, ну, довольно-таки неплохо. То есть я, кстати, почему-то упустил, наверное, этот момент, не думал о нем. Так, идем дальше. Если мы еще строим сеть, у нас строится сеть, то мы получаем, в зависимости от нашего статуса, еще дополнительный заработок по уровням. Значит, давайте посмотрим. Значит, продажа на первом уровне. Значит, если ваш уровень, первый уровень, кого-то спонсировал, значит, то есть пригласил, да, вот произошла продажа вот этих пакетов, жемчуг, рубин, изумруд, мы с вами получаем 100% матчинг бонус, то есть по, ну, к примеру, по 25 поинтов, 50 или 100, в зависимости от статуса. Если проходит продажи на втором уровне, мы получаем в 2 раза больше. То есть представляете, то есть понимаете, да, закономерность какая. То есть никто не любит приглашать, логично, да. Все ищут бизнес там, где не надо ничего делать, никого приглашать. И все говорят, что как бы от этого зарабатываются деньги. Давайте будем реалистами, все это ерунда. Деньги с денег — это ненадолго и нечестно, да, наверное, в каком-то смысле. Поэтому здесь в нашем случае спонсирование идет на продажу пакетов, в которые входит что-то, да, то есть товар, услуга, о которой мы с вами разговаривали. Поэтому чем больше мы приглашаем, значит, тем нам еще и больше в два раза платят. Даже не мы с вами, а вот вы видите, второй уровень наш работает. Третий работает, мы уже в 3 раза больше получаем. То есть, вы представляете, вы поработали хорошо, хорошо объяснили. А не так, что просто, да, вот что-то кто-то сказал, ой, что-то неинтересное. И все сказали, ой, все неинтересное. Нет, давайте будем считать и давайте будем смотреть. Потому что так, знаете, вот возможность прошла мимо и все. А потом через год вспомним, скажем, ой, а что ж мы не посчитали действительно. Так вот. Я вам приведу пример небольшой. Вот я пригласил 10 человек в первую линию. Все с ними поработал, объяснил там досконально, да? Наверное, вот вообще надо досконально сейчас работать с человеком. Вот пригласил одного, досконально все объяснил, чтобы он знал, как вот как я знаю. 10 человек у меня. Я получаю, ну вот сколько вот они, 225 на 10, это значит 250 поинтов я получил. Они, эти 10 человек, взяли мои навыки, пошли, и каждый пригласил по 10. Ну, это я просто приблизительно вам говорю. Итого у моя вторая линия получилась 100 человек, правильно? Правильно.
это получается, я получаю в два раза больше. То есть 100 человек по 25, это 2500, умноженное на 2, получается 5000 поинтов. Ну, где-то так, если мне не подводит математика. Если кто-то там считает еще, можете написать. Ну, а третий уровень, это уже будет около 1000 человек, я так понимаю, если по 10 дубликация пойдет. Ну, это будет еще в 3 раза больше. Так что, уважаемые математики, кто не математик, берем калькуляторы и считаем, сколько мы будем зарабатывать, если будем работать. Логично, да? Если люди работают, конечно же, они зарабатывают. А в сетевом бизнесе люди зарабатывают еще больше, если работают. Так, и ну есть тут небольшой пример, то есть один из ваших партнеров спонсирует Рубина, вам 100 поинтов, да? Ну, логично, это 200% матчинг бонус. Если ваш второй уровень спонсирует Изумруда, вам 300 поинтов. Так что здесь, так это все дополнительно. То есть у нас, вы уже видите, да, акцент сделан, будем говорить так, что вместо монет у нас будут поинты, и здесь вот очень много сделана ставка на поинты, то есть количество поинтов будет генерироваться достаточно такое большое. Ну, конечно, мы будем активными. Ну и еще дополнительные бонусные очки, дополнительные поинты, которые мы сможем с вами зарабатывать. То есть это то, что в принципе все любят, да, то все умеют делать, это смотреть объявления. Самый легкий доступный заработок. Но не забываем, что чтобы это все мы, вернее, будем так говорить, использовали, да, получили возможность этим, ну, участвовать в этом, использовать это, зарабатывать, два человека. Вот как бы вы ни хотели, как бы это вы не хотели слушать, что я говорю, два человека, надо ориентир брать на два человека. Так что, давайте посмотрим, что нам дает, что это за дополнительные бонусные очки. Значит, смотрим в день, 20 объявлений. Умножаем 5 дней в неделю, работаем. Получаем сколько? Значит, в день 20 бонусных очков, то есть 20 поинтов, умножаем на 5 дней в неделю, получаем 100 поинтов в неделю. Ориентировочно 4 рабочих недели, да, получается у нас месяц, то есть 400 поинтов. И у нас здесь есть партнерка. Опять же, для тех, кто работает, для тех, кто строит сеть, и люди тоже смотрят это все, тоже строят сеть. Значит, жемчуг. Доступен дополнительно один уровень, 10% от работы партнеров. Рубин уже два уровня. Первый 10%, второй 5%. И изумруд три уровня по 10%. Ну, здесь, я думаю, что довольно-таки хорошая математика. Хорошие цифры должны получиться. Так что тоже, кто там любит считать, можете уже какую-нибудь небольшую табличку такую накидать по цифрам, посмотреть. То есть, ну давайте немножко, вот жемчуг, да, 10 человек в первой линии, по 10%. То есть, вот они день отработали, 10 человек, получили каждый по 20 поинтов. Наши 10%, то есть по 2 поинта с каждого, это 20 поинтов с первой линии. Ну и дальше, да, вот по линии. То есть, так вот собираются с вами наши поинты. Так, ну, в принципе, пример я уже привел, давайте пойдем дальше, посмотрим. Ну вот, по-моему, вот это самая-самая важная, наверное, часть, ну, от которой, в принципе, ну, практически на 70% зависит нашего участия, да, вот желания участвовать. Вопрос, а сколько же стоит поинт, да? То есть хороший вопрос. То есть мы увидели, что, в принципе, реально зарабатывать достаточное количество поинтов. Ну, я не сказал бы, что совсем сложная, да, вот квалификация, два личных приглашенных на $25. Можно с этим побороться, можно это изучить, там настроиться и, в принципе, поработать. Особенно, если командой работать, то я уверен, что если командой работать, то как минимум у каждого по два человека это не проблема будет. То есть все нормально будет. Так вот, вопрос стоит в другом. А сколько же стоит этот поинт? Значит, вот тут нам совсем другая формула теперь. То есть не такая, как у нас была с монетами. То есть нету теперь этого, ну, будем так говорить, редим он может и будет, только он будет, допустим, редим уже на поинты, да, то есть поинты будут превращаться в деньги. Но не будет уже 30 на 70. Давайте посмотрим, что нам предлагает компания. Значит, общий объем накопленного в фонде, да, то есть фонд, о котором я вам говорил, вот этот пул, делится на общее число очков.
Так что такое общий накопленный фонд, то есть этот пул? То есть это те деньги, которые насобирались за месяц, ну, к примеру, за месяц за счет продажи, вот, вся команда работает, все работают, что-то продают, пакеты, как мы с вами договорили, там, что там, услуги, товары, все это собирается, 50, до 50% идет в пул, и да, еще там от пакетов, сколько это там говорил в начале, там, доллар 2-3, по-моему. Значит, все это собирается в этот общий пул. И у нас с вами есть второй пул. Это то, что мы с вами зарабатываем, вот эти поинты генерируем. Да? То есть вот это мы с вами генерируем пул. И вот один пул делится на второй пул. Количество, вернее, денег делится на количество поинтов. И вот такой пример небольшой тут. То есть никто не может знать. Значит, к примеру, 100 тысяч долларов в фонде за этот месяц. И сгенерировали, заработали 100 тысяч поинтов мы с вами, да, все. Взяли, поделили одну цифру на другую, поделили, вернее, и получили результат. Один поинт равен одному доллару. То есть, вот посмотрите, сколько вы там заработали поинтов, сколько вы себе там насчитали, да, то есть это может быть один из вариантов. То есть это не гарантия ничего. То есть сразу вот хочу даже повторить, не гарантия, нет, это пример. Кстати, пример компании сейчас сделаны. И второй вариант, значит, 100 тысяч, допустим, долларов заработано, да, в этом фонде за месяц, а количество поинтов, ну, сгенерировали, да, заработали, количество поинтов наработали 1 миллион. Так вот, поделили 100 тысяч на миллион, получили 10 центов за 1 поинт. То есть, вот вы взяли теперь свое количество поинтов и, в принципе, умножили на 10 центов и получили свой заработок. То есть вот это, да, вот эти поинты, они перейдут в такое количество денег. Здесь я хотел бы акцентировать еще раз ваше внимание, что это пример. Это никакая не гарантия, что может быть, допустим, максимум 1 доллар, а минимум 10 центов. Хотя я вам могу сказать, что задались мы все тут вопросом, что желательно бы иметь минимум, да, предел, ну, то есть минимальный предел, куда бы этот поинт, допустим, ну, не упал, да, цена поинта не упала. Почему? Ну, потому что кто-то может сгенерировать мало поинтов, а поинт будет стоить, там, к примеру, там, цент один, да, то знаете, что это может быть не выйдет, ну, не выйдет, а, ну, на ту цифру, да, которую человек даже, там, допустим, потратил на пакет, ну, приблизительно, просто я вот хотел так выразиться. Но сейчас это просто вот цифры для вас. Поэтому мы сейчас с вами просто это обсуждаем. И я думаю, что некоторые корректировки какие-то будут, особенно в ценевой, вот этой ценовой политике, да, то есть должны узнать, что как минимальный может быть порог, может быть, зафиксируют его для нас, чтобы мы могли от чего-то отталкиваться. Но я думаю, это было бы немножко логично. Хотя, с другой стороны, компании, допустим, прибыль же тоже, она не может быть фиксированная, правильно? Ну, посмотрим. То есть это я вам просто говорю, что этот вопрос тоже оговаривается, так что, ну, мы с вами видим, какие цифры могут быть. Может быть и в промежутке где-то что-то, да? То есть может быть там не только доллар, может быть там 15 центов, 20, и 30, и 40 центов. Но, в принципе, по количеству заработка поинтов мы уже с вами кое-что просмотрели. Так, ну, информация, вот, которая сегодня там, наши чаты там немножко, да, там будоражились, так, будем так говорить, кипели немного под вечер. Я, конечно, не удивлен, почему они кипят, да, кипят просто из-за непонимания и не из-за прочтения информации. Вот кто-то читает информацию там по несколько раз, и потом ее в голове перерабатывает и такой говорит себе, ну, да, я понял. Да, есть кто вообще не читал или читал и ничего не понял, да, то есть, ну, вообще непонятно, что он там читал. Так вот, еще раз хотел напомнить, значит, начисление монет закончилось 15 числа, сегодня у нас 17, уважаемые партнеры. Да, сегодня были начисления, но вы должны понимать, что они могли быть случайно, не отключенный скрипт сработал, да, то есть программисты где-то что-то там забыли отключить, и, конечно же, мы сегодня с вами видели партнерские, да, то есть как бы все хорошо. Но была информация, что так как последний день, 15 число, припадает на субботу, а суббота в расписании компании и в скрипте заложено, что как нерабочий день, то нам обещалось возместить, да, то есть добавить по 50 монет эти. Так вот, я не исключаю такую возможность, что нам просто может добавят по 50, то есть без партнерских. То есть я просто не исключаю эту возможность. Поэтому нам
и ну, как бы так, отозвали, да, вот эти монеты, которые сегодня были начислены. Поэтому не переживайте, не пишите в чатах там какие-то догадки километровые. Придет время, мы все узнаем, увидим сами, можем только предполагать, но мы должны отталкиваться хотя бы от той информации, которая уже была. Ну так, 15 число прошло, прошло. Обещали по 50, ждем по 50. Да? Не обещали же по 100, нет. Не обещали с партнерскими, не обещали. Обещали по 50, да. Значит, ждем по 50. Так же самое обещали, тут у нас по промоушену квалификации еще были 1 к 5 по монетам начислить. Ну, честно говоря, еще, по-моему, у нас никто не писал, начислили, по-моему, не начислили ничего. Так, для тех, кто решился остаться, ага, значит, смотрите, вот такая еще интересная информация. Компания говорит, что да, что возможно, да и не то, что возможно, а будут по-любому партнеры, ну, которым это реально, ну, не понравится, да. То есть, ну, вот как бы пришли там, знаете, как у нас партнеры говорят, ну, вот, там, на $12, там, столько зарабатываем, ну, все, и не сказали, что это временно. Вот есть такие партнеры, которые говорят, а нам не сказали. Мы же думали, это уже все нормально работает. Оказывается, у нас это временный маркетинг, ну, который, кстати, уже закончился, да? То есть он уже все, его нет. А еще до сих пор приглашают на него, представляете? До сих пор. Поэтому, конечно же, будут люди недовольны, однозначно. И даже те, кто работал, все равно из них, может быть, кто-то скажет, да не, я такое не хочу, да? Ну, не все же продавцы там или что-то хотят продавать или приглашать кого-то. Это логично. Все ищут пассив там. Ничего не делает, это, ну, это понятно все. Так вот, будет функция в бэк-офисе. То есть, что вы выбираете, я хочу забрать там свои деньги, к примеру, да, и уйти с компании. Там будут, конечно, условия какие-то, там что-то надо будет, я не знаю, может быть, там документ какой-то подтвердить, что это именно вы, а не кто-то за вас хочет там забрать деньги. Ну, вы должны это тоже понимать. А другая функция будет, нет, я хочу остаться. И для тех, кто останется, что получается? Получается, что еще будет какой-то бонус. Ну, бонус на тот остаток монет, которые перейдут в поинты. То есть какой-то будет там буст, да, увеличение. Ну, уже было такое. Поэтому какой процент, ничего не говорили, но как бы обещают это. Поэтому здесь она будет выбрать. Поэтому внимательно нужно подумать будет. Кстати, для этого будет дано время. Про PU тоже сказали, что кто там покупал, все, пока покупать нельзя будет PU вот эти вот. Ну и будет новый график выплат и бонусного увеличения. Так, да, вот, то есть и будет новый график выплат и вот это вот бонусное увеличение монет будет начислено тем, кто останется. То есть вот так вот звучит эта информация. Так, ну, в принципе, на этом по маркетингу все. Сейчас я вам единственное, последний быстренько слайд покажу и передаю слово Феликсу. Сейчас, секундочку. Это я назвал его дополнение. Кстати, наверное, его надо будет переделать. Так, давайте еще раз проверим связь и отображение данного слайда. Очень важно. Поставьте плюсик, если вам все видно. Прекрасно снизу до, сверху донизу этот слайд. Так, есть, отлично. Связь есть, слайд есть, все на месте. Ну, смотрите, это опять же пример. И не, пожалуйста, не делайте скриншоты, не просите этот слайд. Да, он цветной, красивый, но все равно. Он просто пример. Потому что я не могу даже сказать, что это там на там 70%, да, так. Ну, то, что там еще, я уже увидел тут один небольшой недочет, который... Сейчас я вам объясню. Ну, это просто такая вот логическая цепочка, чтобы у вас в голове хотя бы какие-то цифры, да, были, понятия вот этого всего. Так вот, ну, это я назвал стратегия номер один, плюс два личника называется. То есть два лично приглашенных. Отталкиваемся вход минимальный $25 в месяц. И давайте посмотрим по заработку. Значит, первое, что мы зарабатываем? 50% от оплаты статуса в личников, да. То есть по 12.50 сразу мы получаем это $25. Мы сразу с вами зарабатываем на кэш. Дальше. Личный заработок поинтов. Вот здесь мы с вами, да, вот как я говорил, что мы квалифицированы уже. И в принципе, что? 20 монет в день, 400 монет в месяц, да? Ну, монет, извиняюсь, поинтов зарабатываем. Есть. Потом 10% с первой линии от личников. Они же тоже работают у нас, тоже активные. Потому что, ну, зачем нам не активные, да? То есть, тогда они будут клиентами.
Поэтому здесь тоже дополнительно за месяц у нас выходит 80 поинтов. И здесь я вот просто забыл добавить, исходя из маркетинга, потому что чем чаще я его рассказываю, тем сам больше вижу дополнительного заработка. Так вот, у нас тут еще дополняется, что мы не посчитали. Вот этот вот, вот эти вот поинты, да, от продажи. То есть мы, как получается, продажу сделали пакетов, и нам еще должны были начислить, по-моему, за каждый, то есть 50 поинтов нам еще должны. То есть, ну, в принципе, да. То есть получается, ну, немного, то есть сейчас мы просто добавим эту цифру. Это 50 нам надо будет добавить. Ну, давайте посмотрим. То есть мы опять берем ориентир на то, что как бы либо доллар может один поинт стоить, ну, либо 10 центов. И поэтому два таких вот вывода у нас. Первый, значит, 480, значит, 400, будем так говорить, это наши поинты. 80 это от заработка личников. И 50 это вот этот вот от продажи пакетов поинты. То есть в итоге у нас тогда получается 530. 530 поинтов у нас на балансе. Умножаем на 1 доллар, да, то есть получается 530 долларов и плюс 25 баксов, которые отличников. Вот этот бонус у нас, Fast Start бонус. Что у нас получается? 555 долларов. То есть это один из вариантов. То есть мы с вами 25 долларов оплатили, пригласили двух личников, поработали, вот эти все условия повыполняли. 555 долларов. Это один из вариантов нашего заработка. То есть мы больше никого не приглашали, ничего не делали. То есть только вот все, что вот это я рассказал. Второй вариант может быть другой, да, то есть здесь 530 умножаем на 10 центов, это 53 доллара получается, и 25 долларов. 53, 8, 70, ну здесь получается 78, да, 78. То есть 78, 25 зашли, 78 получили. За месяц. Не совсем тяжелой работы. Но два пригласить надо. То есть это вот вам просто ориентир приблизительный. То есть, пожалуйста, не берите этот слайд, не используйте нигде, потому что он не имеет никакого такого, ну, подтверждения, потому что, тем более, видите, даже тут немножко я не добавил, даже исходя из этого. Это просто, ну, вам по цифрам, чтобы вы могли понимать, сравнить, да, какой-то предел вот, по цифрам, что вы можете зарабатывать. То есть, ну вот такая вот информация, это от меня сегодня, да, такая информация. Значит, сейчас я передам слово, так, и, конечно же, управление комнатой Феликсу. Феликс, здравствуйте. Алло, здравствуйте, спасибо, Володя. Ну что ж, очень приятно, давно мы с вами не общались, но я надеюсь, что большая часть из наших партнеров, нашей команды, все-таки понимает правильно и не делает поспешных выводов. И потому что мы в команде, тем более мы работаем в такой команде, вот как у нас. Вам крупно повезло, что вы работаете в такой команде. Нам намного легче будет пройти вот это, может быть, нелегкое в начале время, чем одиночки. Поэтому не спешите делать выводы спешные. Мы сейчас просчитаем все. Вот Володя первые шаги попробовал уже второй день подряд. Он делает расчеты. И вот такие приблизительные расчеты он вышел вот на них. Плюс ко всему мы еще ждем дополнения, потому что многие лидеры написали свои пожелания, что касается особенно вот этих пакетов с туристическими, то есть всех нас отправляют в туристы. Вот не всем это сейчас нужно, пользоваться туристическими поездками. Поэтому многие лидеры написали свои предложения для изменения. Мы надеемся, очень надеемся, что президент нас услышит и, может быть, ведет некоторые изменения в нашу пользу. Также мы еще написали по поводу того, что для интернациональных партнеров, то есть тех, которые не живут в Америке, можно добавить что-то, желательно добавить что-то более серьезный продукт или сервис для того, чтобы было больше возможностей заработка. Ну, в общем, еще не вечер, еще все будет, думаю, изменяться. Мы же находимся в фрилансе, поэтому не спешите с выводами. Все будет нормально. Пока это время нужно
потратить на изучение очень многих инструментов, которые нам нужны будут для хорошей, серьезной работы, когда все это устаканится, как говорят на Украине, когда все это нормализуется, все эти правила. Мы за это время должны подготовиться к серьезной работе. Что я имею в виду? Правильно научиться рекламировать во всех социальных сетях, научиться делать правильные объявления, научиться делать блоги, которые мы будем рекламировать. Многому чего научиться. Научиться пользоваться такой системой, такой программой, как Camtasia, вот которая всем, абсолютно всем партнерам, которые серьезно пришли зарабатывать в интернет, это все просто необходимо. Поэтому мы это время потратим на обучение. И вот когда нам все будет ясно, как нам правильно работать и как нам приглашать, на какие условия приглашать наших новичков, вот тогда мы будем готовы к серьезной большой работе. Поэтому хочу сказать, что все нормально, никто не падает духом. Вы видите, мы не падаем духом, мы серьезно продолжаем работать. И надеюсь, что многие из вас поймут эту серьезность и пойдут вместе с нами. Те, кто не хочет, у каждого из нас есть свои видения на тот или иной счет. Тот, кто не хочет, компания в очень скором будущем, буквально на днях, должна выставить в нашем бэк-офисе вот эти все изложенные правила. И внизу будут две кнопочки. Или я остаюсь, то есть да, я остаюсь, или кнопочка нет, я ухожу. Для тех, кто нажмет кнопку «Я ухожу», будет откроется страничка, куда вы сможете внести свои данные для получения денег. Но опять же, есть такое предупреждение. Хорошо подумайте над этим. Если вы уже заполните документ на вывод своих денег, те, которые вы вложили, то это то все, вы с компании, и возврата уже просто нет. Поэтому прежде чем сделать такой шаг, хорошо взвесьте, хорошо посоветуйтесь со своими спонсорами, со своими лидерами. И прежде чем сделать такой шаг, хорошо думайте. Хорошо? Спешить в этом абсолютно не нужно. И естественно, понятие как негатив, вы же знаете, в наших правилах написано. В нашей команде негатив запрещен. И люди, которые будут негативить, будут просто удалены из нашей команды. Просто. И те люди, которые не будут соблюдать простейших правил захода в комнату, тоже больше уже предупреждаться не будет, уже просто надоело. Это раздражает всех, нас во всяком случае. Думаю, вас тоже, у вас время уходит зря. Тоже будут просто блокироваться. Раз они не понимают столько времени, значит будем прощаться. Так, что я хотел. Сегодня у нас еще есть такая программка еще. Я знаю, что время летит, но я думаю, что вам понравится, что я вам сейчас. Значит, во-первых, сейчас будет немножко ответы и вопросы, это первое. А второе, у нас сегодня будет викторина, победители будут награждены. Поэтому мне нужно будет, я обращаюсь сейчас к нашим спикерам, я обращаюсь к Ирине. Ирина, пожалуйста, зайдите как модератор к нам, к Наталье Трифкович и к Марине. Вы, пожалуйста, будете там, где вы сейчас есть, чуть позже будет викторина, мне нужна будет ваша помощь для подсчета. Значит, сейчас давайте мы сделаем вопросы и ответы. Владимир здесь и я, и мы попробуем вам ответить на те вопросы, которые у вас скопились, и вот вам мы попробуем ответить. Пожалуйста, у вас сейчас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста. Мы ждем ваших вопросов. Так, Марина, нет, Лариса, в течение какого времени надо пригласить двух? Можно быстрее. Это ваш заработок. Поэтому в течение как можно быстрее старайтесь пригласить. Я думаю, в течение первого месяца. Если вы не пригласили, ну так вы просто не заработаете. Поэтому обращайте внимание, что вам надо сейчас научиться. У нас есть возможность сейчас подготовиться, включить то, что нам предлагают, подготовиться, как правильно вести рекламу и как правильно приглашать. А у нас тренинги, они у нас уже начались давно, поэтому будут продолжаться. В нашей команде, я говорю сейчас про нашу команду, и поэтому постарайтесь вот научиться, и вперед будем приглашать людей. Дальше, Марина, продукты доставки будут по адресу, и за доставку платить партнер или компания. Если клиент, то это как минимум еще $20 доставки. Во-первых, Марина, это будет только для жителей Америки и Канады,
для интернациональных пока этого не будет. И второй вопрос, ответ, доставка происходит за счет компании, у которой вы заказываете. Дальше. Павел Близнюк. Здравствуйте. Что слышно в промоушене $50? Да. Павел, этот вопрос, конкретного ответа не было на встречах, на которых мы были. Президент ничего об этом не говорил. Следующая встреча у нас запланирована в среду. Вот, но мы написали уже, я обращался к моему лидеру, к нашему лидеру FireSmart, мы составляли письмо, мы задавали этот вопрос, может быть, до среды даже будет ответ. Мы не только на этот вопрос задавали, но этот вопрос точно так же был в нашем вопросе. Так что как будет только ответ, мы все донесем на встрече каждый день в нашей команде, поэтому плюс в чате в нашем мы все донесем до вас. Значит, Свят, прошу коротко скажите без приглашения. Нельзя больше работать. Очень коротко, Свят. Нет. Дальше. Светлана. Куда пропали все монеты спек офиса? Было 2800, сейчас 25. Светлана, 15 числа у нас был день вывода денег. Если выводили, то в отношении 70-30 сработало. Поэтому они и пропали. Если вы не согласны, у вас есть спонсор, пожалуйста, обратитесь к вашему спонсору, и он вам ответит. Кстати, Светлана Сидлинская, а где ваш юзернейм и где ваша фамилия спонсора? Видите что? Вот это вот то, что запрещено, то, что больше никогда не будет. Светлана, я обращаюсь лично к вам. В следующий раз вы зайдете, будет уже все правильно написано. Светлана, через черточку юзернейм, через щеточку в скобках только фамилия вашего спонсора. Дальше. Альфия. Добрый вечер, я новый человек. У меня вопрос. А что такое биды и мэчинг? Биды даны для игры в... Слово вылетело. Володя? Аукцион. Аукцион, да. Значит, биды даны для игры в аукционе. А и что еще был вопрос? Мэтчинг. Это вот, например, вы потратили, например, или ваш партнер купил или продал вот на определенную сумму товар. Вот компания мэтчинг, это добавляет такую же сумму к вам. Это называется мэтчинг. Она добавляет такую же сумму очков вам, как спонсор. Это называется мэтчинг. А дальше что у нас? Какие вопросы по промоушену? За каждый. Я уже говорил про промоушен, не будем тянуть время. Вы пропустили мой вопрос. Я вроде ответила все. Мне завтра проплачивать статус. Сколько? 12 или 25? А, Михаил, сейчас вам сказал, что зайдите, когда будете проплачивать. Если в системе будет 12, значит вы платите 12. Если будет 25, значит будет 25. То, что есть в системе, то и проплачивайте. Об этом, кстати, говорил наш президент. До тех пор, пока наши программисты не ввели в систему, значит, действуйте так, как есть, то, что есть. Влад, те, кто покупает продукт, будет какой-то бонус? Володя, как? Ну, бонус нет. По продуктам у нас поинты. Я там уже объяснял, там у нас будут, ну, от продажи партнерами, то есть партнеры будут покупать у нас, да, получается, приобретают, мы получаем поинты, там даже увеличение в 3 раза идет. И, конечно же, мы можем и отдельно клиентов, если клиенты будут покупать, мы тоже будем получать в поинтах. Вот это и есть дополнительный заработок. Значит, я хочу обратиться к вам. Пожалуйста, не спешите. Мы подробно, каждый вечер, вы знаете, у нас есть встречи. Любое дополнение, которое придет сверху, оно будет разъяснено здесь, на нашей школе. От вас требуется только одно – посещать наши встречи и приглашать своих партнеров. Чем больше партнеров вы своих пригласите, тем легче будет вам, потому что мы здесь объясняем, учим. Поэтому, если у вас уже есть приглашенные люди, постарайтесь, чтобы они зашли в комнату, пригласите, чтобы они, главное, правильно заходили. В следующий раз, я говорю окончательно, в следующий раз никто выгонять будет, не будет. Мы будем сразу блокировать. Раз до сих пор вы заходите неправильно, все, вы нам не нужны. Заканчиваем на этом, хватит. Дальше, а есть
есть данные приглашенные, их можно проплачивать и поддерживать самому и для своей квалификации. Нет, нельзя, потому что согласно наших всех правил, человек из одного, то есть если эти люди зарегистрированы под вами, и они живут в разных местах, не с вами в одном адресе, то есть не в вашем. В любом случае вы не можете, потому что IP-адрес у вас будет один и тот же. То есть это для вас невозможно. Просто поговорите с этими людьми, пусть они начинают работу, или они автоматически просто выйдут. 15 декабря происходит сжатие, то есть те партнеры, которые зашли и не проплатили до сих пор, и будут выведены из матрицы. Об этом, мне кажется, уже говорили, я просто напоминаю. Поэтому хорошо продумайте, кто хочет идти дальше. Под вами, вот вы шли бесплатники, но под вами уже есть люди, которые пришли переливом. И, естественно, вы потеряете. Если вы проплатите, эти люди остаются у вас под матрицей, и в конце месяца, то есть 15 числа, вы получаете за них, за тех, кто пришел с вышестоящих ваших партнеров, с вышестоящих ваших спонсоров переливов, вы за них получаете свои деньги. То есть хорошо подумайте, прежде чем делать какие-то шаги. Это очень важно. Дальше. Нина Толмачева. Да, тоже только 25 монет стоит в кабинете. Да, 25. Феликс, я хочу дополнить по этому моменту. Да, монеты сняли у всех. То есть пока у всех такое, не знаю, что происходит, может быть, идут настройки какие-то, поэтому... Уже написали, Володя, уже написали нашему составу, уже написали этот вопрос, сейчас это обсуждается, поэтому чуть позже будет информация. Скорее всего, это просто программисты не отключили эту функцию, поэтому это было начисление. Но за субботу, за то, что в субботу мы просматривали, но в субботу... Система была отключена на начисление, поэтому была информация свыше, что будут начислены в понедельник. То есть, ну, сегодня к вечеру, наверное, это все. Нет, Феликс, вообще... За тех людей, которые в субботу смотрят. Феликс, вообще монеты убрали сейчас. Я видел. Да, нету. То есть, это идут настройки сейчас, понимаете? Идут настройки, поэтому без паники все будет... Понимаете, если бы только у одного человека убрали, это было бы хуже. Но так как убрали у всех, и реакция, естественно, посыпалась... как с англоязычных, так и с русскоязычных, со всех стран, то есть будут объяснения, будут приняты какие-то меры. Все будет нормально. Дальше. Наталья, магазин, который планируется, будет сильно высокие цены. Значит, по поводу магазина, он обещал буквально даже в конце этой недели, наверное, для того, чтобы интернациональным партнерам уже немножко дать большего заработка. Даже вроде бы обещали в конце недели уже подключить магазин, и можно будет заказывать товары, и за счет этого магазина будет пересылка. То есть все эти подробности будут. Как только будет включение, будет информация, все подробности у вас будут. Дальше. Павел, нужно ли держать активность тем партнерам, у которых маленький баланс монет? Значит, они хотят их вывести, то нужно. Если не хотят, то нет. Дальше, Наталья, сейчас исчезли монеты. Это понятно. Так, мы, значит, закрываем чат, потому что у нас времени в обрез. Я вот отвечу на те вопросы, которые уже заданы. И дальше перейдем к викторине. Так, Звиат, когда будет надежный маркетинг-план, который не будет изменяться и будет уверенно работать? На дальний маркетинг никаких интернет нету, чтобы работать. Звиат, у меня есть отличный ответ на ваш прямой вопрос. Вот как только вы создадите компанию, я уверяю, что у вас будет великолепный маркетинг-план, и вы всех партнеров пригласите, и вы не сделаете то, что сделали до сих пор все компании, которые работают в интернете. Вы почувствовали, как это нехорошо, поэтому надеюсь, что вы уже сделаете для всех, чтобы все было хорошо. Вот такой будет. Ирина, что случилось с выплатами? Опять отсыпать письмо. Так, это спросите своего спонсора, пожалуйста. На начало конференции было монет... Так, понятно, сняли, понятно, 10 оставили, так, все понятно.
Так, теперь переходим к викторине. Значит, внимание, сейчас пройдет викторина для тех, кто остался у нас до конца, прослушал всю информацию, которую дал Владимир Тичев, и которые сидели внимательно, прослушали. И для тех, кто зашел, не нарушая наших, кто зашел имя, юзернейм и в скобках фамилию вашего спонсора, сегодня пройдет такая викторина. Я обещал, что будет много промоушенов, будет много викторин. Особенно сейчас, когда все приуныли, нужно поднять немножко настроение. И поэтому я делаю вот такую вот викторину, которая будет часто у нас теперь повторяться. Значит, я сейчас отправлю Ирине Гуртовой, отправлю сейчас число. Это секретно будет отправлено, только она будет это видеть. Она об этом никому не говорит. Значит, число будет от 1 до 100. От 1 до 100. Володя, нужно переключить сейчас так, чтобы... А хотя нет, все будет видно здесь. Пусть остается так. Значит, сейчас я вам пришлю. Значит, что нужно сделать вам, уважаемый партнер? Вам нужно будет один раз написать число, которое вы считаете от 1 до 100. Один раз вы пишете. Наши помощники... Наталья и Марина просмотрят, Ирина тоже просмотрят, кто ближе всего к этому числу. Вот. И Ирина скажет, я по моей команде, Ирина скажет, какое это число. И кто угадал это число, или кто не угадал напрямую, но ближе всего к этому числу, получает сегодня в свой бэк-офис $15. Я надеюсь, вы все поняли, да? Сейчас, секундочку, я отправлю это число Ирине. Она никому его не говорит. Пока. Ирина, вы получили, да? Ирина, напишите, или вы получили это число. Ирина? Получила. Очень хорошо. Все, внимание, смотрим. Теперь пошли цифры. Так, хорошо, 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 отлично. По одному разу только пишут, по одному разу. Побыстрее, сейчас закончится, это сейчас закончится, до 100, до 100. Один раз только можете писать, только один раз. Ну что же, еще осталось, сейчас секундочку, я скажу, когда остановка будет. После этой остановки нельзя будет никому больше писать эти цифры. У вас пока еще есть возможность. Число до 100. Одно число. Все написали, да? Так, все. На этом мы заканчиваем. Внимание, помощники. Мы закончили. Все, закончили. Больше никто не пишет. Числа остановились. И теперь... Ирина, пожалуйста, напишите то число, которое я вам сказал. То число, которое я вам отправил. Напишите, напишите, пожалуйста, в чат. Есть. Так вот, теперь, помощники, посмотрите, кто угадал это число. Или кто самый ближний. Вот кто ближе всего к этому числу. И дайте мне его фамилию. Имя. Дайте юзернейм и спонсора в скобках. Хорошо, мне сейчас нужно прямо сюда написать данные этих людей. Пожалуйста, найдите. Просмотрите, пожалуйста. Я вижу Татьяна Колесник. Татьяна Колесник. А вот где ее юзернейм, я не вижу. Вот если у вас не будет юзернейм, я не смогу вам отправить деньги. Поэтому и прошу вас, чтобы все правильно при входе. А у нас даже два человека. Смотрите, у нас два человека. Сергей Мега Серзок.
Есть, да? Два человека есть у нас. Нет, он... Два или... И есть Татьяна... Метания. Так, пожалуйста, помощники. Еще есть Игорь, Давид 53, спонсор Иго. Значит, мне нужно, чтобы здесь написали, мне прямо сюда напишите, сколько человек, мой юзернейм Колесник, какую цифру вы написали. Мой юзернейм Колесник, 13. Кто еще, пожалуйста, пожалуйста, вот, реагируйте, пожалуйста. Надежда Надин 333, Ирина Калмыкова, спонсор, тоже 13 написала. Тоже 13, такое у нас число хорошее. Еще вот третий человек, кажется, есть, да? Да, сейчас посмотрим. Да, ну это вот Ольга Сридна, Златочка, логин, спонсор Феликс. Так, идем дальше. Игорь, логин, DVET 53, спонсор Иво. Значит, помощники, пожалуйста, просматриваем, у них правильные все, они правильно дошли, написали все как положено, да, просмотреть, пожалуйста. Ну да, и вот. Значит, у нас много человек, а один приз. Поэтому давайте вот что мы сделаем. Мы поступим сейчас по-другому. Значит, сколько всего человек, кто 13 написал число? Кто написал 13? Сколько человек? 3 или 4 у нас? Кто первая написала? Надежда написала первая, да? 13. Значит, тот, кто первый написал, тот и получает. Надежда сегодня получает приз $15. Надежда, ваш юзернейм какой? Надежда 333? Угу. Ага, хорошо. Сегодня победила Надежда. Надежда 300. Секундочку, дайте я его скопирую. У меня не копируется он. Нет, Надин 333. Хорошо. Значит, Надин сегодня получает этот приз. И на будущее мы будем делать немножко по-другому. На следующий раз или через один раз мы будем награждать спонсоров. Тех спонсоров, кто пригласит больше всего своих партнеров. Поэтому, естественно, надо правильно заходить и правильно писать имя. Свой юзернейм. Не нужно писать имя, фамилию, имя, отчество. Не нужно это писать. Просто имя, юзернейм и фамилию в скобках своего спонсора. Поэтому вот так мы будем теперь делать. Немножко вас нужно поднимать и немножко шевелить, потому что... Минуточку. Альфия? Что, Альфия поставила 14? Нет, нет. Она просто спрашивает, с каких соображений число 14? Было 14. Внимательно... выставляли это число 14, поэтому, значит, мы поздравляем, секундочку, дайте мне еще, пожалуйста, возможность скопировать Надин. Володь, дай мне, пожалуйста, Надин, вот я не могу его скопировать. Сейчас, секундочку. Так. Сегодня получает Надин. 333. Так, хорошо. Я его сейчас скопирую. Все, сейчас Надин получит. Я всех благодарю за то, что вы пришли к нам на встречу. Пожалуйста, приглашайте своих партнеров, ведь в ваших интересах, чтобы партнеры пришли, новички и партнеры, чтобы пришли к нам на встречу, вам же легче будет потом работать, понимаете? Чем больше они получат информацию здесь в школе, на наших встречах, тем легче будет вам. Поэтому тут все выигрывают. У нас только ситуация выигрышная. Поэтому, пожалуйста, передавайте своим партнерам, и приглашайте их, и, естественно, участвуйте в этих викторинах, выигрываете вот такие вот небольшие призы, которые, в принципе, не мешают никому. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч. Я еще буквально пару слов, то все ушли, да? Да, монеты вернулись,
со всеми, что сегодня были начислены, монеты вернулись. То есть, так что спасибо, Феликс, что у вас такие интересные викторины. Так что и партнерам спасибо, приходите к нам, учитесь, участвуйте и выигрывайте. До свидания.